В настоящее время при Палате предпринимателей Жамбылской области сформированы и ведут свою работу 6 постоянно действующих отраслевых советов по ключевым отраслям экономики региона. В их состав входит порядка 400 членов из числа субъектов предпринимательской деятельности. О работе, проводимой советами отраслевых советов, рассказали на прошедшем брифинге. Стоит отметить, что основной миссией отраслевых советов является организация эффективного взаимодействия с местными исполнительными органами и защита прав бизнеса. Так, с начала текущего года проведено 26 заседаний отраслевых советов. Всего было рассмотрено 102 вопроса, в том числе 40 вопросов, касающихся бизнеса. Кроме того, было обсуждено два предложения. Были проведены специальные встречи по решению проблемных вопросов бизнеса. В период с 1 января по 12 апреля текущего года на подобных встречах приняли участие 650 субъектов бизнеса со всего региона. На встречах принимали участие районные акимы, их заместители, работники прокуратуры и другие представители государственных органов. Собрания прошли в соответствии со всеми планами. Было поднято 35 проблемных вопросов, 7 уже решены. Над 18 ведется активная работа.